Доцент кафедры механико-математического факультета. Две научные работы. Знание языков немецкого, французского, латыни. Кипала мать. А почему вы решили работать в детском доме дворником? Порядок люблю. Зарплата 11 тысяч. Мало. Но немного не надо. Вы маньяк? Да вроде нет. В чем подвох? Мы имеем дело с очень противоречивым человеком. Леша, скажи, что не будешь этого делать. Не буду. Ты же будешь? Буду. Так это вы, тот тип из новостей, который богачей грабит. Это не я. Мы либо с вами, либо против вас. Я граблю только очень плохих людей. Все деньги я отдаю на нужды вашего детдома. То есть это дело, мы идем на дело. Ребята, стойте! Я с вами. А где ура? Я не поняла. Ура. Ты ведешь это дело? Ну да. Вор этот уж больно хорош. Спасибо. Что ловите его?